Всем здорово, пацаны и девчонки, с вами Сканер. И сегодня мы будем тестить Визард Фафнера. Сфокусируйся. Вот, все. С боями третьего сезона. Поехали. Визард Фафнер против Зет Ахиллеса. Долгий бой. Но жаль, что смотрел. Нет, он был дольше. Дальше. Продолжаем. Ой, упал. Рагнарёк. Что такое? Что происходит? Рагнарёк просто издевается над Фафнером. Или Фафнер над Рагнарёком. Неужели Рагнарёк победит? Нет. Фафнер одолевает Рагнарёка. Дальше. Фарнеус против Фафнера. Поехали. Ну-ка, долгий бой, я даже немного замер, нечего комментировать, они просто крутятся. Неужели Фарнеус победит? Ничего себе, ну-ка давайте-ка еще раз. Мне кажется, или Фарнеус победил? Ну-ка, Фафнер, выходи, сейчас. Сильнее Фафнера. F5. Или Визард Фафнера. Нет, нет, Фафнер, держись. Держись. Нет. Фафнер одолевает, хотя чуть не взорвался. Окей. Давай еще раз. Мне просто понравилось. Фафнер реально проигрывает Фафнер. Сейчас последний бой. Кто выигрывает, тот выигрывает. Так что Фафнер нужно собраться. А Фафнеру не проиграть. Не знаю. Думаю, что Фафнер должен быть сильнее, по идее. Я надеюсь, что Фафнер сильнее, типа, четвертый сезон, слабее третий. Хотя, например, кто? Хевен Пегас слабее Геркулеса. Так что, ну, вроде как. Вроде как слабее, да. И нет! Что это такое? С Фарнеусом, значит, мы сразим его в конце, чтобы понять, как победить вообще Фарнеуса. Хорошо. Значит, с Луна, с кровавым Лангинусом мы будем сейчас Фафнерчик. Ух ты, жесткий удар! Фафнер должен быть на чеку. Ух ты, Фафнер, он еле пережил это столкновение. Второй бой. Давай, целая Лангинус. Уходить от ударов Лангинуса. Я хоть сказал, уходить. Я говорю, уходи от ударов Лангинуса. Он что-то не хочет как-то. Хотя нет, уходит. И он одолевает Лангинуса. И нет, Фафнер не склеен, видите. Он не склеенный.
на ваших глазах, на ваших глазах собираю. Вот так. Дальше, значит. Значит, против Геркулеса. Геркулес. Как хорошо Геркулес его питает. Это аж прям ух. Как хорошо. И они крутятся. Нет, не одинаково. Фафнир послабее. Но я думаю, он заберет силу Геркулеса и станет, как он крутится. Вроде как-то так и происходит. Ну, в основном. Ну-ка, давай. Покажи класс. Фафнир, покажи класс. И Геркулеса тоже оставляем напоследок с Форниуса. Дальше с Дедхейдисом, с Хорозом. Больше левосторонних я брать не буду, потому что они могут уничтожить буквально Фафнирчика. Это не очень хорошо, потому что неохота, чтобы он взрывался. Неохота. Видите, как он взрывает себя, тем более камера может прилететь. Можем. Даже выиграть. Я думаю, что это будет Фафнир. Окей, форма Геркулесу нужен, Хейдису нужен, он должен проиграть. Да, и он побеждает этот Хейдис. Дальше. Тоже это мог быть, это последний на сегодня. Кто это? Напишите. Сейчас я это запущу, блин. Как вырывается Феникс и ударяет Фафнира. Бьет ему по шапке. Буквально, потому что он на него запрыгнул. Ну, Фафнир забирает его силу и думаю, что Фафнир победит. У него наконечник более выносит. То есть это не ярд. Не наконечник. Все. Феникс проиграл. Фафнир. Теперь. Матч-реванш. Так, подожди. Берем Фафнирчик. Запускаем его. Вот слабо. Очень слабо запускаем его. Вот, мне сказал слабо. Форниус. Если это не помогает, то сильно. Ну уж, кто же победит? Ну, Фафня, ну давай, отыграйся. Думаю, что Фафнир опять проиграет. И Фафнир одолевает. Все. Фафнир, значит, может одолеть Форниуса. Просто ему тогда не подфартило. Теперь бой с Геркулесом. Какой был запуск? Геркулес. Ну, без разницы вообще, если честно, сильный или слабый, потому что они оба могут друг друга подзаряжать, потому что у Фафнира резина. Ну, кто же? Быстрее, давай, ну уже, кто же побеждает? Я не знаю. Думаю, что победит Фафнир. Хотелось бы, чтобы он побеждал, знаете, типа не перекруживал, а именно взрывал противников. Он побеждает, серьезно, очень, ну, на секунду, наверное, крутился, не знаю. Ну и вот. Вот такая сегодня была битва, народ.
Визард Фафнер проявил себя очень хорошо. Победил даже одного левостороннего. Это прям шик. Для него это достижение. Победил всех правосторонних. Геркулеса, Афорниуса, да. Со второй попытки, но победил. Так что все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.